Твой Господь. А мы можем повторяться, но Бог не повторяется. Он всегда делает что-то новое. Каждое служение, которое мы имеем пред лицом Божьим, оно уникальное. Оно от Бога. И я верю, что этим служением Бог руководил. Я верю, что Бог сегодня говорил к тем душам, которые в унынии. К тем душам, у кого опустились руки. Может, кто-то, какой-то человек уже решил, я уже ничего не буду делать. Или Бог меня не слышит. Или Бог меня не знает. Или Бог почему-то не отвечает. Сегодня к тебе было слово от Бога. Бог знает тебя. Бог видит твою ситуацию и в том, в чем ты находишься. Я не буду проповедовать. Я хотел бы вас призвать к молитве, братья и сестры. Мы сегодня будем молиться о людях, тех людях, которые пришли в такое состояние, которые думают, что Бог их забыл. Я хочу прочитать одно место Писания, Псалом 41. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Слезы были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой? Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий с согласом радости и славословия, празднующего сонно. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я еще буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе, земли Иорданской, с Ермона из горы Цоар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня, для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я еще буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Это слово. Когда-то этот муж Божий, он молил пред Богом, он был в таком подавленном состоянии. Он говорит: Господи, унывает душа моя, надо мной бездны прошли, воды прошли. Но знаете, он видел Бога. Он говорит: Господи, я буду славить Тебя, я буду прославлять Тебя, я буду видеть милости Твои, которые Ты явишь мне в жизни моей. Слава Богу, братья, за эту веру, которая была у этого человека. Мы сегодня сейчас будем молиться. Братья и сестры, если у вас в жизни все хорошо, и вы полны сил, помолитесь за людей, потому что я знаю, что в этом собрании есть люди, которые в унынии. Есть люди, которые в этом собрании, возможно, знаете, вот дух их подавленный, дух их сломленный, нету веры. Да, мы знаем, что есть живой Господь, но люди говорят: Бог меня не слышит. Он почему-то не отвечает на мои молитвы. Нет, мы слышали это свидетельство. Иногда проходит десятки лет, 10 лет проходит, пока человек, вот мы слышали свидетельство, когда он услышал вот это, вы знаете, этот ответ Божий. Так и в нашей жизни. Если кто-то не может сам бороться, мы будем молиться. Выходите наперед. Мы будем молиться вместе. Народ Божий будет молиться за вас. Братья будут молиться за вас. Сегодня ваш день. Сегодня Господь приготовил этот день. Это слово для тебя, чтобы ты мог получить его, вы знаете, ответ на твою нужду. Бог не оставил, Бог живой. Завтра ты прославишь Его. Завтра ты увидишь милости Его в жизни твоей. Давайте будем молиться, братья и сестры, встаем пред лицо Божие. Аллилуйя. Бог наш всемогущий, Господь живой, мы пристали перед Тобой в этот час. Ты есть Бог отвечающий.
Боже, Ты есть Бог милующий, Боже наш, и мы пристали перед Тобою. Господь, мы унываем, унывает душа наша, Господь, иногда приходят такие враждебные, Господь, атаки в жизнь нашу, эти раскаленные стрелы, которые бьют нас, Отец Небесный, но мы приходим к Тебе, мы ищем защиту от себя, мы ищем, Господи Боже, ответа и помощи от Тебя, милосердный Господь, Бог наш, Бог отвечающий, сегодня кто есть в унынии на этом месте, Господь, я верю, что было слово от Тебя, живое слово, аллилуйя. Ты есть Бог наш, Господь, Бог наш, Бог живой, Бог отвечающий, кто сегодня, Господь, возможно, льет слезы день и ночь, Господи, за себя или за кого-то еще, может быть, за детей, кто-то говорит, не слышит, Господь, молитвы мои, Отец наш, но Ты слышишь молитвы, слава Тебе за это, Господь, Ты есть отвечающий, Ты есть Бог живой, Господи, Боже наш, яви Свою милость, Господи, Боже, яви Свою милость сегодня, Господь, к душе, которая в унынии, в которой, Господь, обессиленная, душе, которая, Господь, возможно, опечаленная, Господь, люди, возможно, ранили, Господь, враг ранил, Господи, с разных сторон, но Ты Бог, исцеляющий раны, аллилуйя, Ты Бог сегодня исцеляющий, Ты Бог милующий, аллилуйя, Ты сегодня даешь, Господь, утомленному силу, Господь, изнемогшего Ты поднимаешь, аллилуйя, Господь, мы читаем в Слове Твоем, молодые люди, они изнемогают, они падают, но уповающие на Господа, они встанут, они пойдут, они потекут, они не утомятся, аллилуйя, потому что это от Тебя, Господь, это сила Твоя и победа Твоя от Тебя, Господь, мы молим сегодня, Господь, за людей, которые в унынии, Господь, которые, Господь, в бессилии каком-то, которые, Господи, которые не знают, уже не видят выхода, Господь, они, возможно, пришли в тупик, Господи, которые люди, возможно, уже опустились руки сегодня, Господь, да придет сила Твоя, Господи Боже, на место, где находится этот человек, Господь, да придет Твоя живая вера, Господь, как мы в этом нуждаемся, аллилуйя, Господь, слава Тебе, Господь, слава Тебе, что люди сегодня, которые унынии, они завтра будут славить Тебя, они прославят, они воспоют Тебе новую песнь, они воздадут Тебе славу Богу живому, Господи Боже, мы стоим пред Тобою, аллилуйя, всемогущий Господь, Ты есть Бог наш. Может быть, кто-то в этом служении нуждается в особенной молитве. Братья и сестры, вы выходите сюда, вы знаете, мы народ Божий, мы народ святой. Мы, Господь, Слово Божие говорит, что мы должны нести бремена друг друга. Может, кто-то не может сам победить, у кого-то, знаете, вот нету силы. Мы можем вместе молиться. Аллилуйя, Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты сегодня с нами на этом месте. Я верю, что это слово Ты приготовил, Господь. Ты, Господь, знал, что сегодня нужно для людей Твоих, для детей Твоих, Господь. Мы благодарны Тебе за этот хлеб небесный, который сегодня мы получили, Господь. Вся слава Тебе, благодарение только Тебе, единому Богу нашему. Аллилуйя, во веки веков. Аминь. Наш сущий на небесах, за имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. У нас, братья и сестры, сейчас будет еще одно материальное служение для служения брата, который был с нами, который проповедовал, свидетельствовал. Во время второго материального служения они, гости, еще споют песню, пожалуйста, пусть Бог благословит.